Каховская, 69/4. Многие вот писали у нас о состоянии объекта торговли здесь. Ну, посмотрите, в каком состоянии. Я не знаю, конечно, кто собственник, но в имущество однозначно надо обращаться. Тем более сейчас, я так понимаю, есть законопроект о том, что если объект содержится в ненадлежащем виде, заброшенный и так далее, то есть какие-то санкции к собственнику будут приниматься. Но это вроде законопроект. Раньше здесь вот пятерочка была, то есть я сам сюда ходил, вон до сих пор здесь табло. Ё-моё, тут даже оборудование не вывезли частично. Все разбито. Диспензеры. Сигаретные, да, ящики, короба. Все брошено. Ну, проводку, понятно, все. Почистили. Прям витрины, все. Господи, я не знаю, почему собственник. Естественно, фекалии везде. Не наступить бы. Холодильные лари. То есть все это, я так понимаю, здесь было брошено. Оставлено. Богатая организация. Пятерочка. Холодильники, блин, люди ищут, предприниматели. Воздушного охлаждения недорогие. Достаточно. А здесь все. Побросали. Вот еще один ящик, то ли алкогольный, то ли был. Смотрите, да, холодильник прям был целый. Это уже потом все поразбивали. Вот здесь видно следы горения, пожар. Здесь, мне кажется, и пожарная инспекция должна как-то обратить на это внимание. Посмотрите, вот двигатель выдрали, это медь, все. А сам холодильник был целый. Вот они, холодильные витрины, вот крышки. Смотрите. Просто трэш какой-то, а. Да, холодильный ларь. Морозилка. Наступить бы. Тут чудеса. О, большой какой холодильный. Оборудование. Здесь вообще вот въезд, считай, рульставни выдрали. Дорогущие тоже. Подсобные помещения, туалет, уж туда не пойду. Ролеты все пододрали, все, проводку, все. Как так, я не понимаю, как. В отношении собственника. Обязательно сделаем запрос в имущество, кто же все-таки собственник помещения, почему в таком состоянии. Ну, это дело его, конечно, но тут уже вопрос стоит о пожарной безопасности, о криминале каком-то, я не знаю, тут, может, кто ночует. Вот помещение, Армстронги, вытяжки, все. Все выдрано с корнями. Здесь вот еще один выход. Вот, да, здесь, видать, подсобное помещение было. С вытяжками, наверное, здесь оборудование стояло. Вентиляционное. Тут помещение-то добро. Санузлы. Вот санузел в состоянии. Ну, здесь только остался гофра от проводок. Здесь, видимо, какая-то была помещение. Помещение было для персонала, наверное, тренинги какие-то проводили, еще что-то, обучение. И вот выход с обратной стороны. О, на другую улицу. Бах. И здесь у нас кинотеатр России. Вот это поворот. Все уничтожено, все. И вот, вот этот ход. Один вот стеклопакет целый остался. Подъезд торговый. Крепкое, хорошее здание. Все.
все в состоянии просто уничтожено. Газ подведен, вот труба, то есть идет. Вообще неизвестно, отключен ли газовое оборудование здесь. Вон, видно, отключен, да. Вот там труба уже разобрана. То есть оно причем смежное. Рядом с аптекой идет само помещение. Наверное, может, и собственник один. Здесь мы выходим вот к России. А в соседнем переулке вот такой раздрай. Ну да, здесь вот действующая аптека. Подстанция. КТПшка. Магазин рабочий. Как так безалаберно относиться, я не понимаю вообще. Люди ищут там организации, помещения. Ну, даже если тебе вообще так вот в ноль ничего это не надо, ну, сдай ты на безвозмездное пользование, пока у тебя нет арендатора какими-нибудь организации, некоммерческие, пока целые. Ума не приложу. Штаб для волонтеров пусть сделали бы, хорошее помещение было. Сейчас уже все, тут все заново устанавливают. А, ну вот, пора даже, аренда от собственника. Вот есть телефончик. Сейчас попробуем туда позвонить.